Доставка для Штефана Швапа. Кто Штефан Шваб? Эй, не кричи, не кричи. Это я. Документы есть? Есть. Подпишите здесь. Ладно. Вот, прошу. Спасибо. Франц, все, что я тебе рассказал, это строго конфиденциально. Я знаю. Ты знаешь, что это? Тяжело судить, но я полагаю, что это книга. Легенды, сказки и мифы баварских земель. Так? Именно. Такая же была в подвале корзиночника. И ты забрал ее с собой? Да не это, а такая же. Мне ее сегодня кто-то прислал. Кто? Кто-то, Франц, я не знаю. Она чистая. Кузнец Готхальд. Кузнец Готхальд. Знаешь такого? Конечно. Я почти все тут читал. Кузнец с красивым именем Готхальд идет на сделку с дьяволом. И потом творит свой шедевр. Прекрасную и идеально ровную дверную ручку. С очень особенными волшебными свойствами. С ее помощью можно пройти через любую стену. Словно через дверь. Очень необычное совпадение, скажи. Да, если в это верить. Но обычно за такие вещи приходится дорого платить.